Добрый день, сегодня 22.08.2017 год. У нас море сегодня такое более мужское стало, не ласковое немножко, но это не страшно. Ветерок дует в 6 утра, у меня мама, папа и двое пацанов на фотосессии. Я их покажу чуть-чуть впереди, они меня ждут уже на пляже. Осталось там буквально несколько фотографий, мы закончим. Не забудьте поставить свой пальчик вверх, так, лайк, да? И буду вам очень сильно благодарен. Ветерочек такой неплохой задувает. Сегодня, скорее всего, будет шторм, раздует. А мы снимем начало шторма. И погнали. У меня много приветов, которые надо передать, пока будем идти. Все всем расскажу. Наслаждайтесь пустынными пляжами. Смотрите по сторонам. У меня стаб заворачивает горизонт. Да, не страшно. Единственное, что-то я так особо идти не могу против ветра. Дмитрий Александров. Юра, привет. У моей мамы сегодня день рождения. Хочу ее с утра поздравить и удивить. Пожалуйста, поздравь ее в погодном видео. Сейчас. Стабилизатор. Держись, мой хороший. 2 секунды. Мы сделаем так. Все. Поздравь ее в погодном видео. А зовут ее Александрова Оксана. Это та, которую я хотел подарить налобный фонарь, но сестра моя его уже сломала. Заранее спасибо. Вот как так? Мне везли налобный фонарь, а сестра сломала. Ну, в общем, Александрова Оксана, поздравляю с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого-самого наилучшего. У моей любимой, кстати, сидят. Пойдем сходим до них, а потом уже к семейству фотографировать. Или не, ладно, не будем мешать. Смотрите, какие барашки на волнах. Эх. Главное, чтобы вода была теплая, можно будет купаться. Наталья Аркадьева, доброе утро. Утречка. Юра, спасибо за жизнерадостные эфиры. Вчера во время эфира перевела 200 рублей через... успеха и процветания вам и Светочке от души. Наталья, спасибо за поддержку. Яндекс.Деньги прилетело 50 рублей. 100 рублей на нарзанчик на утро, чтобы головка не бобо. Не знаю, это, наверное, когда я пиво не пиво, пиво мне перевели. И 100 рублей совсем скромно, но от души всего вам доброго, семья Галушка. Семье Галушка тоже огромнейшее спасибо за поддержку канала. Это очень важно, очень приятно. Потихонечку копим денежку на камеру GoPro, не GoPro, GoPro я сам купил. 360. И потом будем с ней гулять, будем светика запускать с камеры. Кстати, солнышко, доброе утро. Здесь всего самого хорошего. Прости, что вчера без тебя уснул. Просто я вчера что-то совсем устал, поэтому не пошел ни на GMT, никуда. Галина Алексеева К. Перевела вам 1000 рублей. Юра, на обзор в 360 градусов. Ты супер. Галина Алексеевна К. Вам спасибо огромное. Это вот тот человечек, за которого я говорил, что перевел нам первую денежку. Юра, передай привет Коростылевым, Татьяне и Сергею Ставрополя, которые передали лечебную настойку стрижамент. Гордость нашего города. Коростылевым, Татьяне и Сергею. Огромнейший привет, спасибо, что вы пришли ко мне на пляж, нашли меня. Честно, было очень приятно. И от души вам привет в Ставрополь. Давай, Сахалин, быстрее раздевайся тогда. Сахалин постоянно купается передо мной и мешает мне фотографировать. Говори, я туда приехал. Передай привет моим друзьям, всем. Все, всем друзьям привет. Лехе Меркулову отдельно. Лехе Меркулову отдельно. Сейчас пойдет купаться для вас, Леха Меркулов. Так, Олег Анатольевич К. Перевел вам 150 рублей. Сообщение: Юра, тебе от Олег К. на чашку кофе с утра. Спасибо огромное. Тоже на камеру 360 ее опустили. Станислав Робертович М. Перевел вам 100 рублей. Спасибо, Станислав Робертович. Перевел только за вашу поддержку. Тоже очень приятно. Огромное спасибо. 200 рублей от правителя Наталья Юрьевна А. Спасибо огромное за донатик. И мистер Смайл перевел 500 рублей. Итого мы собрали, можете посчитать. О, пошел. Уже 2300 рублей. Там, может, плюс-минус 50, я где-то там отшибся. То есть осталось 12700 рублей. И, блин, денежка на камеру будет. Пойдем гулять 360. Мне один из моих подписчиков, отдыхающий сейчас в Ривьере, звонит, говорит: приходи, возьми нашу камеру, погуляй пока. Я, честно, не люблю чужими вещами просто пользоваться. Можно было бы, конечно, но а вдруг я что-то с ней сделаю, ему получится, мне придется покупать другую камеру. А так будет уже своя, и за нее отвечать буду уже сам. Вот так вот купаются. Люди пришли, привет, передали и пошли купаться.
А вон тоже, как бы, если вы думаете, что никто больше не купается, вон куча народу, которые купаются на море. Под шторм, под волны, то есть хорошо у них все заходит. Я единственное думаю, надо было микрофон немножко перевернуть. Ну, сейчас пойдем привет узнавать, кому хотят передать. Ну что, доброе утро вам еще раз. Кому привет хотите передать? Мы сначала вам магнитик хотим. Ой, еще магнитик, да, есть, отлично. Мы из Сергиево-Посадского района, вот вам, пожалуйста. Спасибо огромное. Сувенирчик маленький. Так, как зовут? Анастасия. Вот, вот мужчина с вами? Да, Владимир. Точно? Да, мой супруг Егор и Денис. Егор и Денис. Так, папа, привет, ты будем передавать? Да. Кому? Смоленску. Смоленску? Да. Все, так, а ну, кто еще хотел из них там? Очень Денис. Сильно. Денис, привет. Идем. И привет, бабушка. Передашь привет? Бабушка, привет. Бабушка, привет. Так, все. А ты давай дедушке или бабушке, кому там привет? Дедушка, привет. Дедушка, привет. Ура. Рукой помахаем. Все, да, молодцы. Давайте. Так, папа, замерите нам температуру воды. Сейчас я вам... Ай, лягушку достану. Подержи, секунду. Вот ты представляешь, какая сейчас эпик фейл мог случиться. Короче, леска оборвалась. То есть мы от грузика отдельно. То есть надо опять чуть-чуть отмотай. Отмотай, там у меня есть запас от нее. И привяжи. Ну, запутано. Может быть. Так, у нас починка лягушки. Ну, должно хватить, то есть, да-да-да, все, вот этого должно хватить. Только не за нитку, а через этот пропусти туда, вовнутрь, и заново. Вот. Как бы закинули, поплыла лягушка куда-нибудь, так хорошо не прям. Не она никуда, вон такие. Не, а надо, она будет на нее наступить. Так, побольше, дырочку, дырочку. Подожди, так, вы ее пока... Хотя, смысл? Чинить нету. Операция спасения лягушки. Надо будет. Заставка в леске. Вот так вот за лето леска просто перетерлась. Его весело так закинуть, она шпорка уплыла. На грузик наступишь. Так, воздух у нас 27-28 градусов подходит. Чтобы было видно. И давай, тоже. А, да прямо здесь, глубоко, чтобы черт не намочу, мне тебя еще фотографировать. А может, в принципе, попробую просто положить, она не должна особо плавать. Все, я думаю, нормально. Все, три минутки, наблюдай за ней. Мы пойдем поснимаем волны, море. Блин, я чуть-чуть испугался, хорошо, что не один, а так бы я бы не справился, допустим, с починкой лягушки. Ну хорошо, что со мной мои подписчики. Это очень помогает. И давайте для вас красоту. Сегодня дельфинов мы, даже если они будут, не увидим. Уж очень сильные волны. Но волны — это всегда кайф и красота. А тем более с утра.
такой вот шторм начинающийся у нас. Сегодня, если ветер раздует, будет еще сильнее. Все, давай. Водичка теплая, градусов 26 где-то, 27, да? Практически так же, как и воздух получается. 27, ну я четко катал между 26 и 7. Все, хорошо. Так, вам огромное спасибо за помощь. Все, машем ручками, мама. И вон два красавца с нами еще бегают, возмущаются. В общем, всем хорошего настроения утреннего. О, у меня весь телефон, весь стабилизатор мокрый. Ну, надеюсь, это того стоило, и море вам зашло с утра. Приглашаем вас на джипинг. Светик ждет вас. Пишите ей ВКонтакте, либо позвоните по номеру телефона. Можете даже на мой позвонить. В основном всегда она на телефоне. И как бы ее контактные данные есть под этим видео. А также приглашаю всех на фотосессию от красивейшего фотографа Черноморского побережья. Сделали вас самые красивые фотографии на память об отдыхе в поселке Витязева. Ну и всем добра, бобра и хорошего настроения. То есть улыбайтесь, несмотря ни на что, и все у вас будет хорошо. Всех люблю, целую, мои любимые подписчики. Пока-пока.